Всем здорово, друзья, рад снова видеть вас у себя на канале. Сегодня будет кайфовый ролик, я по крайней мере очень сильно на это надеюсь. Еще мы не играли у меня колода с культистом, потому что давным-давно все просили поиграть с культистом. Культиста убили, очищение прикончили. И смотрите, сегодня будет тест относительно прошлого моего рекорда. Прошлый мой рекорд был 107b с нормальным очищением. Сейчас очищение подрезали, я стал чуть-чуть сильнее, то есть у меня там улучшились вещи. Все улучшилось, и чисто в теории мы должны простоять больше. Но, возможно, из-за тупого очищения, по мнению, вашему мнению, ребятушки, я простою меньше, и посмотрим, насколько. Поэтому присаживайтесь поудобнее, хавчик с собой возьмите. Приятного аппетита, друзья, кто кушает. Маленькая пауза, и начинаем. Друзья, хочу сказать огромное спасибо каждому, кто использует мой код автора. Этим вы реально безумно меня поддерживаете и даете какие-то силы делать розыгрыши для вас и больше интересного контента. Кто не знает, что это такое, сейчас я вам это расскажу. Переходим на сайт Market My Games, shop 125/ и так далее. Ссылочка будет в описании. Без проблем на этом сайте можно купить все, что угодно. Если у вас недоступны платежи через игру, особенно тем, кто донатит с айфона, через этот сайт дешевле, чем с айфона. Поэтому пользуйтесь. Здесь есть все предложения. Можно купить как и платину. За платину можно купить все, что угодно в игре. Так можно отдельно и кристаллы, и пропуска. То есть давайте, допустим, купим с вами вот 200 платины. Нажимаем купить. Буй. Выбираем наш игровой ID, который нужен. Дальше. Вводим кодовое слово. Кодовое слово довольно простое. Але, ALE. Вот. На экране вы его также видите. Нажимаем продолжить. Здесь вы можете написать любое пожелание, которое хотите, чтобы я увидел. Дальше нажимаем продолжить. И дальше выбираем любой удобный для вас платеж, которым вы захотите рассчитаться. То есть Kiwi, Сбер, какой-то нахрен IO Money, говно какое-то, да? Ну или мобильные операторы, там всякие Билайны, МГТС, осуждаю. Ну и разные карты. После этого все, проходит оплата. Мне приходит сообщение с вашими пожеланиями. Вам приходит та валюта, которую вы купили. Все круто, просто, мне приятно и вам не сложно. Переходим к видео. Так, братва, давайте пробовать смотреть, что у нас получится в этой катке. Очень хочется, чтобы все получилось прям супер хорошо. Все для этого сделаю, не знаю. Влад, здорово, с нами опять Влад, опять колода для теста. То есть, слава богу, мы для себя ее открыли. То есть, колода реально кайфовая. Остается просто выставиться. Здесь у нас две точки в центре, одна с ростом и одна зевса. То есть, два зевса, один рост. То есть, точки комфортные, так сказать. По углам у нас точек зевса нет. Раз, два. Да, по углам точек зевса нет. Это самое важное, что может быть. Поэтому с самого же начала начинаем накапливать стаки. Чем быстрее мы их накопим, ребят, тем будет лучше для нас. Так, так. Ой-ой-ой! Вот это кефтеме. Вот это кефтеме. Такое я люблю, ребят. Сразу зевса жмем. Нет. Так сказать, не жалеем, да? Цель. Простоять больше, чем раньше. Правда, сейчас очищение порезали. Раньше за каждого съеденного культиста очищалось 3 пешки. То есть, если мы, у нас было 4 культа по углам, и мы их съедали, то есть нажимали манап, у нас чистилось 12 пешек. Сейчас же, если у нас все культы будут по углам, и мы нажмем очищение, очистится всего лишь 4 пешки. То есть, на каких-то прям сильных, жирных боссах это может зарешать. И зарешать очень сильно. Поэтому мы здесь, я, Влад, мы готовы стоять долго ради того, чтобы вы посмотрели, как оно, в принципе, будет работать на высоких волнах, когда мы будем в застаке. И я думаю, вам будет интересно посмотреть на какой-нибудь такой прям вау большой урон на культе, потому что раньше я кайфовал, очень сильно кайфовал с культа, но потом... Потом я понял, что все-таки он немножко не для высоких кубков и не для долгих игр. Культиста не задушить, да. Культиста там сложно как-то переиграть на средних кубках. Но на высоких ему больно, ему очень больно. Я не знаю, почему так получается. Но, блин, это факт. И для себя эту пешку, наверное, я закрыл. По крайней мере сейчас, если... Он не получит апа. А апа он, скорее всего, не получит, потому что его, ну, продолжают фиксить. И фикс с какой целью? Фикс, чтобы малыши не божили, потому что вот ребята, у которых немного крита, у них культ, в принципе, хорошо смотрится. Показывает хороший там урон, стоялово хорошее. И поэтому там культ, в принципе, сильный. Наверху всем, наверное, все равно, потому что он не востребованный. Есть куча других пешек,
и конкурировать даже с Зевсом он не может. Да, пару раз вот ребята, которые сидят на стримах, знают, что я выигрывал Бафса, но, блин, это такой рандом, ребятушки мои хорошие. В серьезной игре, если соперник, ну, не будет гонять Бибу, он просто выставит красные мячи. А если он выставит красные мячи, то мы никак не сможем накопить свои глаза. То есть в моменте мы просто уходим там в 2 креста, потом в 3 креста. И начинаем чистить все, что у нас стоит по бокам. И за счет этого, ну, так вот, давайте рискнем. И вот началась игра. Моя любимая игра. То есть попробуй убери, называется. У вас появляется какая-то пешка неприятного ранга слияния, не являющаяся культом. И вы пытаетесь ее убрать с угла. Потому что иметь такую пешку в углу, это вы теряете стаки. То есть это могло быть лишнее место на стак, а она у вас там стоит, поэтому вы в дерьме. Привыкните. Я привык. Раньше я бомбил с этого. То есть я не удивлюсь, если в моменте у нас будет Т6 какой-нибудь там. Я даже нажал. Если будет Т6 меч, там, я не знаю. Очень не хочется, конечно. Очень хочется, чтобы игра проходила гладко, чтобы мы не застакивались. Хорошо. А очень даже хорошо, неплохо. Ладно, оставляем. Это пока так. Здесь точка роста тоже есть. И надо делать Т7 справа по любасу. Золотой нам, к сожалению, не выпало с последнего манапа. Ну, не будем расстраиваться. Хотя, может, даже Т6 сделаем, мы на этом успокоимся. Один пробужден у нас глаза накопит пока что. Владу, как обычно, насрать. Влад, в принципе, ему не важно, что у него происходит. Он знает, что он простоит 500 Б на этом дерьме, если он захочет. Тем более, вот когда мы последний раз играли с ним, он играл с копьем, простоял 500. Он сказал, что с мечом можно простоять там, ну, 900. Поэтому питать надежд мы, конечно, не будем на то, что мы его развалим. Но, опять же, всякое может быть. Точки вроде бы неплохие. Должны позволить нам что-то сделать. Так, центральные культисты, как всегда, не качаются. И параллельно с тем, как мы будем набирать стаки культам, нам надо будет раскачивать точку роста. Я очень сильно надеюсь, что урона будет прям, ну, достаточно. Что огнерыки не будут нам поднасирать. Потому что огнерык — это такой чел, короче, максимально неприятный, это токсик. Он выходит, и вот ты нажимаешь буквально очищение культа, он выходит и говорит: «Не, братка, подожди, сейчас ты очищаться не будешь». Собственно, почему? Потому что он сразу же лупит в центрального. И всегда так, всегда, что бы я ни делал, он всегда лупит в центрального культа. Это какой-то, может, микробаг, там, подкрутка, да, вот знаете, эту тему. Я шучу, конечно же. Такого же не должно быть. И нету. Давайте пока что крестик разобьем один. В любом случае, урона нам пока что хватает. Мы стоим. Так, 9 очки у Влада тоже. Я тоже прокачался 9 очки. С последним обновлением на Инквизиторе на Светлом начали корректно отображаться стаки. Честно, не знаю, что это такое. Как они отображались, не... Ладно. Допустим. 24% амулет, это, в принципе, цивильно, я бы сказал. Осталось ровненько половина. Этот культ центральный, он самый сильный, потому что его окружает 2 культа, я напомню. То есть за каждого он получает бонус, он становится сильнее. Этот культ, понятное дело, тоже сильный. Это такой полупокер, который будет стоять и просто делать вид, что он что-то может. По факту от него... Давайте рисковать. Вот, игра играет новыми красками, скажу честно. Уже интересно. Уже 4-й мим. Поэтому делаем 5-й меч. Делаем 5-й меч, мать его. Вот, в этом самая большая проблема. Самая огромная проблема, то что у вас просто становится высокая пешка, и будет просто чудесно, если я смогу его убрать. Если же я убрать его не смогу, то, ну, извините, это будет фаталити. Так. А убрать я даже не знаю, что в него. Вот сделал бы вот так, на самом деле. Хотел получить что-то типа там 4-го меча, чтобы он прокачался, и мы потом отдали в 5-й. Но раз такая пьянка пошла, друзья, то будем играть, получается, в 2 креста и делать еще одну Т5 пешку. Я надеюсь, нам повезет. 4-я дряда стоит.
Если сделаем быстро, все будет качественно. Так, мечи пока что можно скипать. Глаза все равно рано или поздно набьются. Так, смотрите. Раз. Два. Нет. Все равно третий культ падает. Все равно падает третий культ. За что, дядя? Так, вот это уже перспективнее. Делаем так. Так, вот. Одна дриада. Одна дриада, и мы просто победители. Уф. Хефтеме. Сюдаю. Короче, это, кстати, если мы найдем Т5 дриаду каким-то чудесным образом, мы сделаем еще одного Т7. То есть, вот так должно быть. Вот так, игра, пожалуйста. Вот запоминаю вот эти телодвижения, вот этих ручек, которыми я все это соединяю. И на выходе всегда должна получаться Т6 дриада, когда ты так делаешь. Я бы был очень рад. Вот, то есть все, мы очистились, и у нас один не очистился. Раньше это было стабильно. Раньше это было стабильно, сейчас же он чистит от всего говна. И неважно, что у тебя там, он просто чистит все, что не надо. Это я уже успел заметить. На высокой волне попадание темного священника в культа было бы равно поражение. Здесь пока что терпимо, здесь пока что не страшно. Третий крест нам не нужен, поэтому мы его смело пока что ломаем. И опять началось, опять третий мимасик. Хочется что-то сделать, а я не знаю что. Вот второй арлик, второго культа у меня нету. Пока что, к сожалению. Возможно так, и возможно дриада, нет? Давай так. Сделаем вот так. Так сказать, сразу подымем немножко. И погнали. Вот, молодец. Это правильное решение. И четвертого давай. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Уверенно идем. 50 стаков. Для такой волны это средний показатель. То есть это не хорошо, но это и неплохо. Пятая дриада мне все-таки нужна. Я все еще верю в нее. Верю в то, что она мне поможет. И упорно продолжаю искать. Так, так. Крестик пока ломаю, как я вам и говорил, что я его буду ломать. Здесь десяточка глаз есть. Качественно. Призыв уже большой. Так, это сюда. На всякий случай просто пускай стоит. Так, успеваем подъедать. Так. Хорошо, не переживайте, я все найду. Я все прощу. Может, не сразу, но... вот это ничего себе! Хорошо, что он центрального не оглушил. У него урона пока что достаточно. Здесь я, конечно, чуть-чуть это сам себя переиграл. Я думаю, это не страшно. Нам достаточно, чтобы дриада это прокачалась один раз. И мы расчехлимся. Мы расчехлимся на полную катушку. Просто на серьезничьих. Так, пока что она не качается. Это мы и простим. Такс, такс. Все лишние дриады сразу будем в углы отдавать. Это смело можно делать. И урон, о-о-о-о-о! Так, опасность. Золотая дриада. Нам ее надо отдать с умом. Поэтому отдаем сюда. 10 глаз уже везде есть. Вот, видите, не зря отдал. В принципе, не зря. Нет, не хочет. Не хочет мне делать пятую дриаду. Не хочет, чтобы у меня был просто безумно красивый стол. Но я это проходил, поэтому я за это максимально не переживаю. Боссы должны отскакивать. Хочется больше посмотреть урон Влада. А, ну там, понятно. Но у меня, кстати, тоже неплохой. Очень уверенный урон, я играю с мечом. У меня меч, амулет роста. Вот, видите, даже не все почистил, к сожалению. И 61 стак. В идеале мне надо 300 стаков. 300 стаков, и мой разгон урона превышает разгон Влада.
То есть, сами понимаете, да, что там за грязь будет происходить. В голове я прокручивал, складывал проценты, как оно будет разгоняться. И, короче, наскладывал так, что у меня чуть слюнка не потекла от того урона, который можно разогнать на этом молодом джентльмене, так сказать. Уже там тычка в 300 тысяч, для культа это хорошо, моментами 500. Если разгоним до 500 000, с учетом наших трех культов, закроем еще третье пересечение. И очень даже уверенно будем шотать боссов. Просто надо убрать лишних дриад, потому что эта дриада очень сильно мешает. Она занимает место культа. То место, которое нам надо. И пока, в принципе, даже таких страшных боссов не было, от которых нам надо было бы чиститься. То есть пока что максимально незаметно. Ждем больших боссов, от которых там надо будет прям супер быстро чиститься. Супер быстро искать культов. Это нормальный урон у него? Чего? Так, быстренько покушали. Это покачали. Все, с этим амулет рост у нас максимальный. Вот видите, да? Вот я же вам говорил. Вы нажимаете съедание культа. Он что делает? Сразу же выходит и кидает. Я не знаю, это какой-то скрипт. Скрипка. Так, это у меня 71. Слушайте, очень не хочется сглазить. Но пока что очень все цивильно. Да прокачай дриаду, ты! Человек. Ну вот просто прикиньте, он может быть седьмым. Он может быть седьмым и победителем по жизни. Но он не седьмой. Блин, хороший ствол. Уверенный. Это... Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Это неприятно. Но опять же, это все могло быть совершенно по-другому, если бы здесь не было дриады к этому моменту. Ладно, постараемся ее убрать. 3 миллиона мобы. Пока что мало. Во. Ну, нормальный, адекватный, не? Все у тебя в порядке. Дриаду. Включай. Чудовище. Так, ну тут пока все лопается. Это стандартно. Это, то есть, боссы, ну, маленькие. Здесь даже переживать не стоит. У меня еще есть какое-то контрзаклятие. Подобие контрзаклятия. Которое там что-то должно мне помогать. Не, оно вообще не хочет скачать дриаду. Я не знаю, ребят. Чистит чистого. Два раза чистит чистого, когда стоят, ну, типа, грязные пацаны. Тоже глупости какие-то. По идее, раз, два, три должны чистить. Боже. Боже, дай мне сил. Я вам просто рассказываю, как устроена эта игра, а Огнерык выходит и доказывает это. Ну вот, ну, кому я это все объяснял? Вот. Ну, это на этого насрать. Он нам, ну, не интересен. Вот на этого мне вообще не насрать. То есть я его скипнул. Этого я сразу сделаю третьим. Я чувствую, с ним будет тяжело. Так. Это сразу сюда. Сделаем четверочку. Маны пока что, ну, дохренища. Очень дохрена маны. 220 лямов. Дриада все стоит. Дриаде по барабану. Оглушает что-то, чистит чистого. За это тебе огромное спасибо. Влада пробивает. И что? Все? Вот теперь, ну, выхода у нас, ну, абсолютно никакого нет. Вот сейчас нам нужно сидеть, ждать, пока прокачается дриада. Хотя выход есть, в принципе. Могу онлайн уроки давать, ребята, в расстановке... Постановки и установки. То есть, я просто эту игру знаю и очень хорошо. Я ее выучу. Раз. Не спрашивайте, почему я даю дряд. Я просто не хочу застакаться. Как можете заметить, культист мне абсолютно не падает. Что бы я ни делал. Зато упал третий мим. Ну, вовремя. От души. Респект. Урон хороший. 4 миллиона там вылетело от центрального, кстати. От центрального вылетело 4 миллиона. Это я видел, это меня никто не обманет. Это мои глаза, у меня хорошее зрение. Ну, почти хорошее, почти идеальное, я бы сказал. И 4 миллиона я видел. Я не какой-то там неправильный, нарушенный.
Так, это сюда, хорошо. Три семерочки, очень красиво, очень много урона, все классно, круто. И что, рассчитываем на 100 б, да? Я думаю, должны дать. Просто надо как-то улететь по стакам. Но мана копится. Мана копится, это неправильно. Это противозаконно. Не должна мана копиться. Поэтому ломаем пересечение. Обязательно. И ломаем. Ломаем все уже. Че, да? Пока не страшно. Пока мы можем себе это позволить. Останется что сделать? Найти сюда культа. В принципе, мне опять повезло немного. Опять мне немного повезло. Здесь надо съесть и надеяться. Ага. Хорошо. Успел. Успел, но пошел вирус. Вирус не проблема. Влада опять пробивает. Сеток в начале нет. Сеток в начале нет. Повезло. Ой, как повезло ему сейчас. Там сетки в начало не легли, и Гросс успел ему соединить что-то. И слава богу, это были не инки. Хотя там не было одинаково. Смотрелся, извините. Мне уже поплохело в моменте. Я немножко заговорился с вами, да, хотя старался следить за игрой. И он уже начал мне понижать центрального. Не дам, не дам, дружище. Че хочешь, говори. Очень много огнерыков, когда играешь на культе, оно постоянно так будет. Готовьтесь к этому. Так, все, по идее вируса мы почистили. Так. И 105 стаков. 105 стаков. Культов держу всех рангов на столе, чтобы максимально копировать. То есть там второй арлик, третий арлик, четвертый. Быстренько, если что-то надо, скопировал, все, вообще не паришься. Три культа у меня стоит, то есть очиститься от темного священника я смогу, без проблем. А, тут еще надо... Ты, козел вонючий. Нельзя отдавать, ребята. Ну, это Т7. Ну, нельзя отдавать. Только не в центр. Повезло. Я не мог отдать Т7, потому что я бы его потом не сделал. А дает урон хороший. Огромный шанс крита дает. Разница прямо небо и земля. Поэтому я, сжав яички, рискнул. И, как видите, не зря. Потому что там, ну, блин, опасно было. Так. Сюда, сюда. Маны уже до хрена. Но пока везет. Слушайте. У меня вообще давно таких игр не было. В которых прямо настолько уверенно идем. Просто невероятно. Что творит этот молодой орел? Так. Это, конечно, что за хрень? Нормалити. Вот, кстати, можно отдавать вот в эти точки. Они, в принципе, нам не нужны. Это сюда, конечно же. И все, ману слили. Сидим, дальше копим. 118 стаков имеем. Стол лютая имба. ПВП у меня никогда не будет такого. Просто никогда. Это он, конечно же, понизит. Главное, чпокнуть макаку. Макака самый имбалансный босс. То есть культов он макака контрит нереально. На высокой волне выходит макака, которую вы не шотаете. Успевает кинуть молот, а следующий босс делает с вами все, что хочет. Все, что хочет, делает. Тут, конечно, грустно в этом плане. Раз, два. Это сюда. Ты кто такой? Давай, до свидания. Пойдет. Опасность, опасность, нету ничего пятого, то есть мемасика мы уже никуда не сможем убрать, скорее всего. Зачем я это сделал? А, оно сейчас понизит его. Порядок, порядок, это мы отдадим. И подкопим маны, то есть потом в теории у меня соединить четвертого в точку. Четвертого в точку и... Влад потерял утиля первого. А, все, нашел. Нашел, я уже испугался. Главное пробить трибунала, чтобы он нас не понизил, потому что мы сидим и сильно переживаем за вот этого пацана. Урона пока что более чем. 840 миллионов. Давай. Просто давай. Хорошо, хорошо. Убиваем.
Все. 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 Парт ушел. Не знаю куда. Зачем. Вот оно, 2 четвертых мяча. На это у меня есть план. Спросите, какой? Герман, типа, как ты собираешься это убрать? Это же лютое говно. А я вам отвечу. Я это уже 1000 раз проходил. И поэтому просто нужно подкопить маны. Просто поверьте мне. Но если мне не повезет, это поражение. Просто нужно подкопить маны. Если все будет отлично, ну, все будет отлично, я надеюсь, то мы что-то сможем сделать. Либо же огнерык. Если огнерык сюда не попадет, то только какой-то лютейший рандом с огромным количеством маны может исправить ситуацию. Владу абсолютно по барабану на наши проблемы. У него есть утильщик, который в любой момент может, в принципе, схавать кого угодно. А мы, конечно, бам. Поехал. Так, у меня есть на несколько призывов. У меня будет убрано 2 точки, если кто-то уже понимает, что я собираюсь делать. И поехали. Говна. О боже. Что он творит? Просто что ты вытворяешь? И зачем, главное? Я не знаю. Это просто... Как будто я уже, знаете, сплю и вижу каждый момент, который нужно делать в тех или иных ситуациях. Эти риски. Вот, смотрите, культ классный. За счет этих рисков, ну, хорош, действительно. Дарит эмоции. Прям, ну, видите, да, какие? Так. Ну, и началось. Да пошло ты в жопу все. Вот сейчас трибунал может пробить, и очень сильно. А если он пробьет, то, блин, опять искать все это говнецо. Да уж. Это 3-й мяч, я надеюсь, он, ну, покинет нас в скором времени. Так, поехали. Бедлам хорошо. Быстренько. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, вот это. Уверенно. То есть под прожатие моно... Ты медом намазано, чудище. Все началось. Ну вот просто огнерык это снайпер. Он знает куда бить. Он, ну, вышел, все это 4-й или 5-й раз, когда летит именно в эту пешку. И ни в какую пешку кроме этой оно, ну, ни хрена не полетит. Я потерял сейчас, ну, в уроне, ну, прилично. За счет просто всего лишь одного этого попадания. Ладно, все надо подсейвить на всякий случай. Глазики. Это еще у нас дело есть. И пока что 141 стак. По урону это немного. Мы даже 50 б еще не простояли, а у меня начинаются проблемы с застакиванием. Маны лютейшее количество. Прям лютейшее. И очень много лишнего. Очень много лишнего. Главное убить гроссмейстера без последствий. Хорошо. Гаргона. Ладно. Нет, спасем. Вы чё? Так, так, золотая. Скажи, что ты вовремя. Нет. Нет. Не надо. Зачем? Опа, это вообще фатальная какая-то ошибка. О боже, что я делаю? Ребята, я вообще в шоке. Это можно, короче, ну, в школах вводить урок по культоведению. То есть чисто культоведение. Как играть и выигрывать. И не застакиваться. Призыв уже 3600. 151 стак. Я столько раз вылез из дерьмовых ситуаций. Это просто жесть. Так, урон все еще есть. Все еще хорошо. Поэтому разбираемся вот с этой тройной бригадой. И после темного будем как-то чиститься.
Ага, вируса не почистила. Значит, мечи. Четвертый есть. Хорошо, четвертый арлик. Здесь у нас на Зевсе тип стоит. Поэтому, я думаю, не проблема. Прокачаем. Три очищения у нас будет. Чуть-чуть что не почистим, потом еще раз почистим. Так, пойдет. Этого еще подсейвим. Это сюда. Зевс. Так, пока он не хочет качаться. У Влада 50 стаков. Криты нормальные. Криты, главное, что они есть. Вот этого трибунала очень хочется убить. Не знаю. Как, в принципе, каждого трибунала, который выруливает. Вот этих двух, наверное, культов я оставлю ровненько под трибунала, чтобы он вышел. Мы прожали Зевса, прожали манап, быстренько призвали пешек и получили какой-то, ну, гигантский урон. Потому что сейчас оно должно уже перестакиваться приятно, 168 стаков. Поехали. Так. Поехали. Хорошо, хорошо, ребят. Лично, я бы сказал. То есть даже такого трибунала мы сейчас шотнули. Это не страшно. Это ты можешь лететь сколько угодно. Мне главное, дай вот этого четвертого. И все, вопросы отпадут все и сразу. Так, вот там, кстати, гроссмейстер. Для Влада это может стать похороночкой. Потому что культ инки у него, блин, ну разных рангов. Прям супер разных рангов. И гроссмейстеру только дай соединить, он соединит. А если он соединит, то ничего хорошего там, естественно, не будет. Надо прокачать как-то еще инка. У меня уже 166 стаков. Хочется посмотреть, 1 миллион, 2 миллиона, вот я вижу, да? Больше, к сожалению, не успеваю, потому что тычек слишком-слишком много. И разглядеть какую-то адекватную цифру, ну, нереально. Вот честно, я не могу. Возможно, в каком-то замедлении можно будет увидеть, но знаменосец, вы видите сами, умирает. Мне кажется, соединит. Мне кажется, Владу соединит. О, это, кстати, ты молодец. Хотя, откуда такой урон? Откуда такой бешеный урон? А, не все, не успела, нормально. Живем, играем. Живем, играем. Владу буквально 3-4 волны, и он разгонится еще сильнее, и боссы начнут отлетать увереннее. То есть, когда боссы начинают идти по 3 стака, разгон у Влада просто в космос улетает. Мы с самого начала разгоняемся, в принципе, уверенно. Поэтому ничего такого. Вау. Ага. Говна. Ладно, оставляем пока что. Пока можем оставить. Потом уберем. А, все, теперь я даже этого не смогу убрать. Чего? Сколько там у Влада ловчих? А он это... Не думает, что это может быть много? Четвертого. А пятого все. Пятого нету, да? Вот сейчас, если я отдам четвертого в четвертого, ничего хорошего не произойдет. Потому что мы не имеем, к сожалению, пятого культа, чтобы, если выпадет арлик, его скопировать и рассчитывать на хорошую пешку. Поэтому... Убиваем, как убиваем. Да, все, мы, кстати, очень сильно разогнались. То есть это можно легко заметить, потому... Опа, кстати, минус ловчий седьмой. Минус седьмой ловчий. Это сюда. Это сюда. 60 тысяч маны я бы на самом деле посоединял. Пятый меч. Просто чуть-чуть посоединять бы. Не сильно, конечно, надо увлекаться. Потому что я сейчас могу прям упороться. Так, вот это сейчас ест, хорошо. Нет, ничего хорошего. Продолжаем. Так, что-то надо застраивать, наверное, да? Тоже так считаете? Так. Всю ману слил, да, а культов, в принципе, и нет. Одного нашел. Одного культа нашел. В принципе, он не особо полезный. Это, допустим, неплохо.
Два ассасина плюс пудинг. По идее, без проблем. Да. Мы убиваем чуть быстрее Влада. Так, хорошо. Даже не целься туда. И вот. Вот. Вот теперь все, печалька. Снова нужно думать. Снова нужно думать. Но сейчас уже тяжело. Сейчас все культы прокачались. То есть все культы на точках Зевса высокие. Сейчас надо прям супер много маны. Потому что призыв уже 4300. И малейшее неправильное движение — это поражение. Сразу же. Поэтому. Раз, два, три. Четыре. Все нужно делать быстро. Культ есть. Копим дальше. Ребята. Копим дальше. План есть. Просто нужно еще мана. У нас остается найти одну третью дриаду. Для этого 1040-50 маны нужно. Находим эту дриаду. Отдаем в эту дриаду. Отдаем мемасика. Потом она улетает в пятого меча. И вот клянусь, там будет шестой культ. Вот клянусь, он там будет. И после этого мы начнем дальше копить стаки. Потому что 184 мало. Уже знаменосцы жирные выходят. Нам чуть-чуть не хватает на них. Тем более пудинг после бедлама — это страшная тема. А, Влада серая мораль. Вот оно что. Вот он урон откуда оказывается. Поехали рисковать. Вопросы. Вопросы. У кого есть вопросы? 190. Летим, летим, мужички. Просто кефтиме. Оно по-другому не бывает. А когда они кефтиме, мужики? Всегда кефтиме. Просто конфетка. Просто бомба. Клубника бомба, честно говоря. Ну это... это, блин, какой-то завоз, реально. Я, конечно, много делаю чего, что действительно должен делать, но везет тоже знатно. Что там не меч. Там легко мог выпасть меч и... ну и все, и фаталити. Кстати, сейчас темный священник гроссмейстер, может быть опасно. У Влада тоже. Ему надо копить ману и потом, ну, типа, в неадеквате все это дело отхиливать. Так, тут я даже не буду нажимать. Я просто подкоплю маны. Подкоплю, придержу. Так. Зевс. И урон. Вот он. Вот он урон. Разогнанный. Хороший. Опа. Ой-ой-ой. Повезло. Повезло. Влада было очень опасно, но ему повезло. Так. Мы все аккуратненько, равномерно. 196 стаков. Белый урон, по идее, должен быть уже запредельный. На самом сильном он должен быть в районе 8 миллионов. Просто этого не видно. От обычных вылетает по 1 миллиону. То есть это вот этот. Они дамажат уже 1 миллион. Вот этот дамажит 4. Соответственно, этот 8. То есть такой урон мне нравится. Это я люблю, это мне надо. Мана, конечно, дурдом. Вот, хорошо. Ну и вот теперь я переживаю, наверное, нет, все, я не буду говорить, за кого я переживаю, я опять сглажу. В таких играх я всегда вот говорю, что, ой, блин, там сейчас Влад проиграет как-то каким-то чудом, какое у него там контрзаклятие. Ой, эпическое, слава богу. И вот, оглушило мне сильного типа и пошла просадка. Пошла просадка. А зачем? По идее, он должен проснуться. Все, он проснулся, урон. Урон пошел. Да. Да-да-да. Все отлично. Все отлично. То есть очищения нам, ну, хватает вполне. Я бы не сказал, что какие-то проблемы у нас или что-то такое. 202 стака. Чистится. Мы чистимся, потому что грамотно очищаем стол. В нужные моменты копим ману. И, наверное, это такой самый правильный вариант расклада событий, то есть вы всегда должны понимать, что ваша цель — это все культы в точках. Если вы имеете всех культов в точках, то и очи... Мне повезло, я сделал лютую дичь. Но мне повезло. И это радует. Так вот, вы должны понимать, что вам надо все культы. И тогда у вас все будет отлично. Сильно очищение — это не порезано, скажу честно. Раньше, ну, то есть я вот сейчас даже не думаю. У меня главная цель — это накопить стаки.
и прям заметить, что как-то плохо, я не замечаю. Но это не значит, что, ну, щит порезали и насрать. Против душни, ребят, оно все будет чувствоваться. Я прекрасно понимаю, почему вы сгорели. Потому что против душни сейчас играть намного сложнее. Давай. О, чудовище. Как и знал, что ты туда запулишь. Влад молодец, 74 стака. Чисто в теории можно выйти на прям очень хороший урон. Потому что у меня просадки нет. Стол у меня чистый, маны у меня, ну, дохренища. Единственное, что я бы, конечно, хотел больше стаков. Что меня пока что это не устраивает. И именно на знаменосцах я чувствую хорошую просадку. Хорошую, сильную просадку. Даже без прожатия Зевса я раньше вроде бы как побыстрее убивал их. Влад вообще, ну, волна для Влада это не страшно. Волну он чистит смело. Самое, наверное... Ну ты чудовище, почисти, контрзаклятие же есть, пожалуйста. Ну не надо. Все, теперь надо молиться, что он прокачается. Потому что какой-то подстан, гроссмейстер, и, ну, он просто к праотцам улетает в мир иной. Я это проходил, я это знаю. Вот, видите, как сразу просадка пошла? Сильнейшая. Потому что у него отобрали шанс крита. Пятый сбоку прокачался. А вот сейчас оно, конечно, чистит. Молодец. Владу опять убило ловчего, или я что-то не так понял? Вроде бы нет. Так, 125 тысяч, давайте. Вот так, вот так. И ну блин, ну вот как решает один ранг на культе? Как он сильно решает? Влад почему-то начал проседать. А, мы ему оглушили трех ловчих. У него пацаны просто не кидают сети. Прикиньте. То есть, получается, каждый пудинг для него это очень серьезная проблема. У меня всего один амулет стоит с контрзаклятием легендарным. И просто посмотрите, насколько ему, ну, прям неприятно. Он прям, ну, я прекрасно понимаю, как он себя ведет сейчас. Хоть мы и не в войсе с ним, он сидит и думает, ну ты, ну, чудовище. Каждый стак ему дает 2,5%, то есть 70 стаков. Можете прекрасно понять, сколько урона пацаны у него наносят. У меня просадка сильнее все равно на знаменосце. Но боссов как будто я быстрее убиваю. Хотя у него есть серая мораль, которую я ему активирую всегда. 160 тысяч маны, я уже просто не успеваю никуда ее тратить. Она мне больше сейчас не для стаков нужна, а для очищения. Так, ну здесь насрать, здесь хорошо. И вируса хочу почистить сразу. Да, вируса почистили. Я в теме. Ой-ой-ой, все, еще и точку очистили. Вот она. Красивая жизнь, так сказать, лухари. Лухари, мужики, это супер, супер кайф. То есть 100B мы прошли давным-давно, личный рекорд на культе я свой обновляю, ну, 100%. Прям без шансов. Для меня, ну, это мой личный новый рекорд на культисте, смело. И я думаю, больше я уже никогда не дам. То есть это будет такая вот показательная. И пускай вот ребята, кто-нибудь там посильнее прокачкой, постараются перебить такой мини-челлендж. Смогут, не смогут. Так. Опять же сюда. И сидим. Блин, вот если бы можно было просто нажать кнопку обменять. И обменять всю эту ману просто на стаке культов. Насколько бы это было круто. Я боюсь, что у Влада сейчас будут проблемы. Очень сильно за это переживаю. Хотя, у меня что же могут быть, правильно? Нет. А, ну у него... А, ну вот первых съела. Но сейчас Гросс убивался медленно, то есть уже где-то там какая-то одна из конечных волн предполагает быть. Я уже прям чувствую. Так. Ну почему такая просадка пошла? Трибунала мы, кстати, этого не шотаем, и это, ну, для меня это начало конца. Влад восстановит стол, я нет. К сожалению, трибуналы на высоких волнах — это самая большая, наверное, тоже беда культиста. Потому что, вот, да, типы на Зевсе восстановятся, но вот этот бедолага, конечно, помянем его. Жил он хорошо, старался.
Влад не нашел культа и... Ой. Конечно, это очень неприятно. Да, он застакался. Все. К сожалению, все. К сожалению, друзья, история могла быть подольше, но конец именно такой. Влад с мячом, в принципе, не проседал, но в моменте гроссмейстер первых утилей соединил, и на этом все закончилось. Талант инокультист у меня левый, правый, левый. Всю жизнь играл таким и никогда не играл на душню. Дриада тоже все на урон, мечи тоже все на урон. Куртки мы сняли. И 337 Б. Могли 500, честно, могли 500. Просто немного не хватило удачи в конце. Но 500 я, ну, думаю, сделали бы. По шмоткам у меня меч 16, даже не 20. Ну, амулетик я подделаю и... В ближайшем будущем, может, месяца через 3-4, опять попробуем что-то сделать. Поэтому за просмотр всем огромное спасибо. Больше урона на культе в жизни своей не видел. Наверное, это первая такая цифра. 337, пускай попробую побить. Если кто-то сможет, скрины кидайте, будем угорать. За просмотр еще раз огромное спасибо. Это я уже пятый раз говорю. Пишите идеи для теста. Я понимаю, что у нас сейчас выходит видео с турниром пешек, но и от таких видео я не могу отказаться, потому что это нереальный кайф играть, и я думаю, вам нравится такое смотреть. За код автора также спасибо. Кто не подписан на группу в телеге, подписывайтесь обязательно. Там много нового, там промокоды мы скидываем, инфа всякая, то есть супер полезно. И обязательно на YouTube. Лайк этому видео, потому что, ну, сильное, объективно сильное. Очень хороший урон. И, друзья, увидимся в следующих видео.